Тёпочинская трасса. Сущность её, привлекающий к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли, как или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которые капитализм не дал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 9/10 из капиталистов или из богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации и советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как не клевещут на Россию, представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку. Спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал. Смотри, не замерзай. Лезгинку танцевать умеете? Какой горец не танцует лезгинку? Оп! 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 Идет! Идет! Так. Хочется сыграть Сталина. Товарища Сталина. Вот вы и будете играть. Подождите там. Выходит, с генералиссимусом у нас все, да? Окей? Согласны? Да, согласен. Значит так, сколько у нас Хрущевых? 4. Брежневых? 3. Ага. Сталинах 4. А Владимира Ильича, Ильича родного не нашли ни одного. Как же так? Это в такой богатейшей театральными традициями стране? Мне рассказывали, что раньше в каждом городе, в каждой области был свой Ильич. Он вел демонстрацию октябрьскую. Когда это было? Так ведь было же, было. Вы же сами рассказывали, что шли с Наганом мимо обкомовской трибуны. Да, рассказывал, а теперь никто не хочет играть этих чучел.
Значит, заплатить? Заплатите им и все. И вообще, чего вы такой кислый? Да потому что нельзя так. Это актеры, люди, художники. Они творили и творят искусство, а вы им елочку. Какое искусство? Какое искусство вы творили? Вам ли говорить про искусство? Знаете, среди нас всегда были честные и порядочные люди. Какие честные? Какие честные? Сперва вы Сталину в задницу лизали, стихи писали, дочитали их потом. А когда он умер, стали поливать его грязью и на этом же зарабатывать. Потом пришел этот кукурузник и унижал вас на встречах. Тоже при Брежневе было. Кто научил детей на партийных съездах стихи читать со сцены? Вы. А когда гроб грохнул, вот тут-то все и захихикали. Да-да, ничего не поделаешь. Такие были времена. Дорогой мой, в этой стране времена были всегда одни и те же. Одни били, другие лизали. Теперь вы в демократы подались, да? А хочется в душе, наверное, вернуться в застой-то, а? Кормили, поили, медали на лацканы вешали, заказы какие-то давали. Жизнь какая-то была, да? Ай, что вы мне про свое искусство? Позовите-ка лучше победителей. Господа! Я поздравляю вас с победой. Спасибо. А нашу фирму с приобретением. Отныне вы культурно-исторический кооператив Политбюро. Я надеюсь, что граждане нашей страны не забыли вас, не успели вас забыть, не дали им еще вас забыть. Это правильно. Правильно. Пока вы, большевики, думаете, мы, кооператоры, работаем. За удачу. Не могу. Ну, а теперь прошу, первая фотография на память. Иосиф так, Васильевич. Одну минуточку. Василий Иванович, присаживайтесь. Дорогой Леонид Ильич. Никита Сергеевич. Внимание. Приготовились. Снимаю. Наш союз! Крестьянин ахнуть не успел, как на него медведь насел. Чепуха! Наврал тебе, старик. Нет городов, нет людей, ничего нет. Ноу, врешь! Я еду! Я сегодня работал! Вел улицы! А водку я не пил. Мертвецы. Мертвецы не чувствуют. Мертвецы не слышат. Кричи, реви.
мертвецы не скажут. Товарищи вожди, готовы? Никита Сергеевич, хорошо. Василий Иванович, чего? Ты не забудь снять эту пипочку. С Богом, ребята, с Богом. Леонид Ильич, а ну-ка глянь на меня. Хорош. 5 баллов. Ну, с Богом, с Богом. What are you flying around me? You won't get even peace of mind. The black crown and your neighbor. Иосиф Виссарионович, можно начинать? Понял. Даю первый звонок. Все приготовились. Внимание! В зале свет сняли. Василий Иванович, ваш выход.
Давай, начинай. Сундук. Внимание, товарищи! Я приглашаю на сцену всех желающих сфотографироваться на память с Леонидом Ильичем Брежневым. Прошу, задник. Прекрасно. Товарищи, вам представляется уникальная возможность стать участниками 25-го съезда нашей партии. Прошу. Пожалуйста. Прошу на сцену. Ну, товарищи. Активнее, активнее, товарищи. Коммунисты, коммунисты, вам слово, пожалуйста, товарищи. Так. Ветеранам партии скидка 50%. Пожалуйста. Товарищ Леонид Ильич ждет вас. Никита Сергеевич, Никита Сергеевич, ваш выход. Году я вам покажу последнего папа в нашей стране. Как свиньи не видят звезд, так капиталисты никогда не поймут нашей социалистической сущности. Чем свиная колбаса. Кукуруза – это сало, это сыр и молоко, товарищи! Покажем Кузькину Thank you.
братья и сестры! Друзья мои! Некоторые товарищи хотели бы позабыть товарища Сталина, но не могут, а другие не хотят забывать. Вот что происходит на текущий момент. Почему не хотят или не могут забыть? Потому что на мертвого можно списать все. И валили, и валят. Надо любить живого, и ненавидеть надо живого. Тогда живая будет жизнь. Хорошая будет жизнь, настоящая будет жизнь. А мертвого любить или ненавидеть – мертвая жизнь. Так учит нас диалектика, так учит нас Маркс, Энгельс. И наша революционная практика. Так, товарищи! Работаем. Спокойно. Вы замечательный артист. Знакомьтесь, Иван Иванович.
Вот вы какой. Затея хорошая, хорошая. И какие будут пожелания, замечания? Баб не хватает. То есть? Ну, скажем, императрица Екатерины. Первую или вторую? А можно любую. Или обеих. Или обоих. Обоих. Или обеих. Обеих. Сфотографироваться. С императрицей. Зачем? Зачем? С красивой женщиной наедине, только наедине. Так, чтобы она была одета в соответствующие исторические наряды. Подберем актрис красивых, боевых. Ну, кто же откажется, а? Какой же не любит быстрой езды? Так можно по всей истории пройтись. И со всей историей в сауну. Ну, у кого какие возможности? Можно и в сауну. А сейчас... Прошу. Ваше здоровье, Иосиф Виссарионович. Мы еще с вами встретимся. Я вас найду. Распишитесь, пожалуйста. И последнее. По поводу вчерашних импровизаций. Тут все профессионалы, давайте называть вещи своими именами. Мы зарабатываем деньги. У нас аттракцион, а не митинг. И истерика в зрительном зале мне не нужна. Don't change houses in mainstream. Коней на переправе не меняют. Талант артиста оценивается количеством проданных фотографий. Love cannot be forced. Насильно мил не будешь. Борис Сергеевич, давайте мы будем потрясать зрителя королем Лиром. А ваш герой художественной ценности не имеет. Better late than never. Лучше поздно, чем никогда. А где Брежнев? Не знаю. Вот тоже проблема. Придется расставаться с артистом. Мы не того Ильича взяли. Ничего подобного. У нас, у старых революционеров, было одно железное правило. Нет таких крепостей, которые не смогли бы взять кто? Кто? Большевики. Ну, что же вы предлагаете? Общий котел. Я за. Комдив. It's a pleasure for me to be of service to you. Мне приятно быть вам полезным. Какой смысл? Home principle. That's the way things are. Такова жизнь. Ну, хорошо. The way things are different. Только предупреждаю, home principle за счет вашего кармана. 19:30 вечерний спектакль. Кокаина серебряной пылью все дорожки мои замело. It's
Это пахнет приятно. Very, very nice. Братцы! Братцы! Брат, смотрите! А я патефон купил. О, это обмыть надо. Давайте скинемся, может. Или послушаем? Нет. Давай сначала послушаем. I'd like to drink. Василий Иванович, веришь? 100 лет мечтал. Yes, yes. Внимание. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Ну как? Сущность ее... Правда здорово? Ильич... С Ильичом, говорит. Связь времен. Встреча века. Ну что ты, что ты? Пусть договорит. Или он не знает. В чем дело, полковник? А я не полковник. У меня есть имя. Какое имя, Леонид Ильич? Я? Сергей Николаевич. У меня есть имя. Мне дали его родители. И если я играю чучело, так я играю чучело. И не воображаю себя. И никому не хочу засорять мозги. Что ты нервничаешь? Я моряк! Я 8 лет отдал флоту! Заткнись! Да, ну... да. Я всю жизнь играл в функционеров. Время было такое. Кто-то должен был играть, вот я играл. Но не моя вина, что мое чучело сегодня никому не нужно. У меня дети, семья. Я должен их кормить на 4 комфорках. На одной, на второй, на третьей и на 4-й для их любимой собаки. И так всю жизнь. В каждой домушке свои погремушки. Если ты моряк, почему не плаваешь? Где твой океан? Где твое море? Если ты артист, почему не играешь? Почему сердишься? Ты что, сдвинулся, что ли? Или так вошел в роль, что уже... Все мы вышли из щинели. Кто из гоголевской, кто из сталинской. Мы из сталинской. Да, ну, ребята, у нас не генеральная. Для меня? Генеральная. Ну вот что. Оставайтесь-ка вы в своей шинели. А я выносить брови на сцену больше не буду. Я отчаливаю. Покедова. Да, тут без водки не обойтись. Кто пойдет? Василий Иванович. По вертикали. Вечно зеленое дерево. Авокадо. Тогда я. Китель дашь? Гриб рода сыроежек. Балуй. Китель дашь? В сталинском кителе? За водкой? Какое кощунство! Какой цинизм! Тогда иди сам. Город в Монголии. Нет таких крепостей, которые бы не смогли взять большевики. Перестройка, перестройка, все народная попойка, наливай Горбачев, трубки мой отлячев. Гельмут Бога выручай, не припал и урожай, голодные, голенькие, наши алкоголики. Yeah.
чем дело? Что происходит? Товарищ Сталин, видите, до чего довели страну? Со страной мы разберемся. Дай мне бутылку. Отец родной, от имени народа! Братья и сестры, соотечественники и современники, не прощайте нас, безумцев 20 века, вергнувших поколение людей в эту скотскую, беспросветную жизнь. Не прощайте нас, самозванных, которые завели доверчивых кормильцев в пустыню. Простите. Голода. Пардон. Вранья и лицемерия. Не прощайте нас, ибо никто из вас не спасется, кто верит еще в идеи дьяволов. Покинем же идеи греха и станем на путь праведный. За наше человеческое достоинство. Иосиф Виссарионович, Иосиф Виссарионович, вас там ваши друзья дожидаются. Никита Сергеевич и Леонид Ильич. Они же в баню собирались. Они передумали. У них важные дела. Государственные. Цицерока! Цицерока! А со страной мы разберемся. Кто давил, почему давил и с какой целью. Разойдитесь! Разойдитесь! Разойдитесь, я сказал! Проходите, проходите, товарищ Сталин! Иди, иди, проходите. Надо разобраться в этом деле. Стой! За мной! Цицеро! Вы что, с ума сошли? Вы понимаете, что вы делаете? Нас выгонят из этого города в 24 часа, вам понятно? Выгонят! За мной! Раздевайтесь! Штаны.
Усы! Какой же Сталин без усов? Все знают, раз Сталин, значит усы и трубка. Фуражка не обязательно. Вы хороший артист, Борис Сергеевич, но у вас есть один существенный недостаток. У вас отсутствует чувство меры. Я запрещаю вам появляться в театральном костюме в городе, ясно? Послушай, послушай, князь, взять меры сей же час, чтоб от Литвы Россия оградилась заставами, чтоб ни одна душа не перешла за эту грань, чтоб заяц не прибежал из Польши к нам, чтоб ворон не прилетел из Кракова. Отлично. 5 баллов, Борис Сергеевич. Сталин! Сталин, мать твою! Выходи! Выходи, говорю! Ну что, доигрались? Я просил вас, я вас предупреждал. Пожалуйста, к вам пришли за автографом. Ну, поговорить надо! Слышь ты! А? Выходи! Любит меня народ? Какой народ? Какой народ? Тот, что стоит в очереди за плодово-ягодным. Это мой народ. Я сейчас приду! Куда? Вы с ума сошли? Я не пущу! Я сейчас приду! Простите! Отдайте! Пустите меня! Вы что делаете? Пустите меня к моему народу! Что вы делаете? Пустите меня к моему народу! Вы же интеллигентный человек. Сталин не интеллигентный человек. Я прошу вас, Борис... Ну, долго я ждать буду! Борис Сергеевич, это сумасшедший! Он убьет вас! Сука рваная! Поговорить надо! Ох ты, господи! Стой! Пусти! Что делаешь? Ты что делаешь? Паразит! Ты куда их привез? В ту землю? Спокойно. Ты что, к дикарям их тупым привез? Как ваша фамилия? Ты как что? Фамилия! Фамилия! Кузьма Петрович. Так вот, Кузьма, сейчас пора ночного колдовства. Что ты? Что? Скрипят гроба и пишет от заразой. Это искусство, придурок. Понял? Это артисты играют. Искусство! Понял, придурок! Искусству кровушки народной попить захотелось! Кузя, спокойно! Душу плюют народу! Спокойно, Кузя! Сталин, Джугашвили, выходи! Кузя! Что? Кузя, давай! Давай нормально! По-человечески! По-человечески? Вы над горем народным смеетесь! Вы надо мной! Издеваетесь. Вы над памятью моего деда глумитесь. Спокойно, Кузя. Вы! Спокойно. Гады! Кузя, спокойно, спокойно. Вы гады! Не волнуйся, Кузя. Эх вы! Кузя, спокойно. Пусти! Пусти! Ну! Кузя! Кузьма! Шухер! Кузьма! Что? А народ! Что чем виноват народ? Ружья соберите! Все, Кузьма! Придурок! Успокойся! Я еще вернусь! Ну, вернешь! Я еще найду у вас всех! Найдешь, найдешь, Кузьма! Всех найдешь, всех! И Ленина найдешь! Все, заходи! Сталин, падла! Ну все, все! Я тебе зубы на лоб закатаю! Ну, поехали! Хочет с ним сфотографироваться, выходите на сцену. Пожалуйста. Так, прошу вас сюда. Так, выстроились в шеренгу. Так, сюда, пожалуйста. Не спешите, не торопитесь. Все успеем, всем хватит. Стоп, достаточно, товарищи. Работаем, товарищ Сталин. Ну что?
Опять порядка захотели. По лагерям соскучились. Не можете без Сталина. Стул к товарищу Сталину. Пожалуйста, товарищ Сталин. Так, назад, 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 назад. Выстрелили в шеренгу. Хорошо, отлично. Как будем сниматься, товарищ Сталин? На фоне Рейхстага или на фоне памятника вождю? Есть мнение, не будем на фоне памятника товарищу Сталину. А то потом кто-нибудь скажет, культ. Рейхстаг. Внимание. Приготовились. На меня смотрите, на меня. Снимаю. А машину мы за вами пришлем. Что за машина? Что за люди, Василий Иванович? Вот, товарищи, приглашают выступить из Красной Армии. Значит так, товарищи, Красная Армия. У нас коммерческая организация, благотворительной шефской деятельностью мы не занимаемся. Милости просим к нам на спектакли, а вы, пожалуйста, без самодеятельности. Погоди. Это кто здесь самодеятельность? Ты гляди у меня, герой. Я ведь академиев не проходил. Я их не закончил. Я правильно говорю? Да, точно. Несознательный боец. Машину присылайте. Я буду, как договорились. Спасибо. Ждем. Так, пожалуйста, раздайте эти квитанции своей группе, которая сфотографировалась. До свидания. Спасибо. Так, до свидания. Пожалуйста, раздали квитанции. Спасибо. Значит, до свидания. Послезавтра, товарищи, у вас вам все ясно. Послезавтра. Любите Сталина? Будет объявление. Как зовут? Алеша. Все, Алеша. Все. Алеша. Все. Хорошее все, имя. Все, Алеша. Божий все, человек. Послезавтра. Старайтесь. Следующая группа. Кто еще? Только мы. Мы заплатили за всех. Руки убрать. Почему? Мы заплатим? Что значит заплатим? История не продается. Встаньте на два шага. И не улыбаться. Стоять смирно, как охрана. Так, внимание. А ты смотри у меня. Если кто-нибудь из них улыбнется, киномеханики переведу. Понял, товарищ Сталин. Внимание. Так, на меня взгляд. Так, сюда смотрим. Смотрим, внимание. Засада в кустах. Вперед! За здоровье товарища Сталина! Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Ура! 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 Не боись, дорогой товарищ Сталин, мы твои заветы помним и бережем. Не боись, наш дорогой, наш любимый.
А если они нам на горло наступят, мы им краник перекроем. Перекроем. С водкой перекрыли? Перекрыли. С комбикормами перекрыли? Перекрыли. С мануфактурой? Перекрыли. Мы знаем, что простому человеку надо, а чего не надо. Вот именно. Я вам так скажу, что все это долго не продержится. Нет. Вылезем мы из окопов, я вам говорю. Не сразу, но вылезем из окопов. И уж тогда мы ваши заветы вспомним. Вы нас правильно поймите, ведь не о нас речь. Мы не для себя живем. Вот, к примеру, вы спросите у моей жены, сколько ночей в год я здесь сплю. Отрок берет. А с кем же вы спите? У него с этим застоя нет. Он здоровый, как бык-производитель. Алёш, музыку! Не боись, Василий Иванович, не боись. Мы сейчас поедем. Ключ у меня есть. Мы там не раз встречались с вами. Где? Как где? Ну что ж, Марк? На ту сторону реки иди. Ну что ж, с вами, отпустите меня. Не разговаривай. Отпустите моя меня, усатая красавица. М. Ивановна. Что нет, вы, нет, 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 не так, не бросай. Говори мне, скажи мне, скажи мне. Это будет вечно. Это будет вечно. Ламбаду! Что смотришь? Нежный мой! Вы, наверное, меня с кем-то перепутали. С кем же я могу вас перепутать? Да что ты! Наш торжественный, наш уникальный. Да я в мечтах не мечтал, чтобы с товарищем Сталином ламбаду станцевать. Вот она! Демократия в действии! М. Ивановна! Вот, вот М. Ивановна! Сейчас с тобой к девкам пойдем. Как старые друзья, как старые приятели. А вообще может без штанов танцевать, товарищ Сталин, без штанов для разнообразия. Где это было видано? А? Ну как, товарищ Сталин? Че ты задумался? Че ты такой мой нежный? Мой уникальный ты мой. Нет, я больше пить не буду. Как не буду? Не буду, все. Как не буду? Ну как ты не будешь? Не буду я больше. А за Сталина, за Родину? А за Родину? Нет, нет, нет. А вы с кем, товарищ Сталин? Алёша! Гость скучает, развесели. Не могу я. Боже, не хочу. Как это не хочу? Как ты не буду? Как ты не буду? Нет, 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 нет. Будем, 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 будем. Не хочу. Пей, 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 пей. На, пей до дна, 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 пей. Ура! Ну вот, видишь, а говорил, не умею. Все умеют. Вот именно. Вся страна пьет, а один не пьет. Умный какой. Вот именно. Вот ты мне скажи, дорогой, любимый товарищ Сталин, что нам дальше делать, а? Все же разваливается. Ну, мы, конечно, свое взяли.
Базы, склады, дачи, СП. Все свое. Пока не там ля-ля-ля-ля, мы тут свое взяли. Ну, а куда загнали ум, честь, совесть нашей эпохи? А? Куда? На свалку? Но это же невозможно. Это же абсурд. Что это за херня, общечеловеческое лицо, нежная революция? Да какая же может быть нежная революция при нашей грубой жизни? Это же бред! Товарищ Сталин, мы же столько народу положили. Мы же столько ночей не спали, в результате что по нашей героической стране разгуливает демократия. Вы же большой ученый, товарищ Сталин. Скажите мне, что делать-то, а? Как нам удержать нашу власть родную, роднульку нашу советскую? Ну, что ты молчишь? Что ты молчишь? Вождь и учитель всех народов. Меня зовут Борис Сергеевич. Да? Я пойду. Куда? Сюда. Куда, в горе или к кремлевской стене? Сыцарока! Началось, а? Тоже говно. Сухое. Шуметь нельзя. Здесь должно быть. Открой теперь! Ты что? Динамо крутишь? Не знала, куда ехала, к мамочке захотела. Да как вы смеете? Вы халуй! Открой теперь! А за халуя ответишь отдельно. Я требую немедленно открыть дверь и выпустить меня отсюда. Я требую выпустить меня отсюда немедленно. Вы слышите? Вы что, оглохли? Что случилось? Ваш шофер, ваш халуй, позволяет себе... У нас нет халуев. Кто это такой? Это кто такой? А, может, это тот артист, который джигу, буги-вуги здесь отплясывал? А. Коньяку нахлестался. А, смотри, у него китель, у него усы. И он, страшно сказать, похож на самого Иосифа Виссарионовича. Очень похож. Я не желаю с вами разговаривать. Выпустите меня отсюда. Это ваше? Уберите руки. Ой, как грубо, как грубо, как некультурно. Уберите руки. Ах ты, актеришка вонючий. Клоун. На кого ты хвост поднимаешь? На кого? Шкуры продажные. Сегодня товарища Сталина изображает, а завтра кого? Нас с тобой. Чего ты к нему пристал? Какая честь, какая совесть. У них их и не было. Страх был один. А теперь они свободные и делают, что хотят. Вот. Именно. А сколько мы им квартир давали, как звание пробивали, как по пьяни из милиции вытаскивали. Чьи руки кусают, а? Да снять с него китель, грим, раздеть догола и отправить к Ядрине Фене.
шутника, развратника, паяца. Ладно, пусть идут с миром. Сталин, поезжай-ка домой и скажи своим, что нам такой товарищ Сталин не нужен. Чтобы завтра духу вашего в городе не было. Лёша! Да? Организуй гостинчик заслуженному артисту. По какой категории? Ну, по первой, все-таки товарищ Сталин. Ну, лады, давай по ладошкам, давай дружить, товарищ искусство, давай. Откройте дверь. Дверь открыта. Эй, артист, будь скромен. Приказали вас доставить. Я не хочу с вами ехать. Я не желаю. Мне сказали вас доставить, я доставлю. Что, мне вас силой уговорить? Я могу. Отпустите меня! Не трогайте! Что вы делаете? Отпустите, я сам! Отпустите! Я сам сяду! Не трогайте! Я сам! Это тебе за работу. Не надо, не надо. Мне сказали доставить товарища Сталина с пайком. Я сказал, не хочу. Не хочу, ясно? Ладно. Это тебе за хулые. Нормально, перебрал немножко. Семен Михайлович, комбриг прибыл! Василий Иванович, голубчик, мы уезжаем. Быстрее, сейчас, пожалуйста. Сейчас, Василий Иванович, держи. Что это? Деньги? За работу. Мы с Красной Армией денег не берем! Я с вами разговариваю как командир с командирами, как старший брат. Василий Иванович, Василий уезжаем, Иванович. Голубчик. Ай-яй-яй-яй-яй. Я с детства помню. Пожалуйста. Как ты тонул? И твой лозунг. Спасибо, спасибо, врёшь, товарищи военные. Давайте. Урал, вас, река. Пожалуйста. Глубокая. Я с ним всю жизнь прошел. Мужики, гудбай. Гудбай, гудбай, Василий Иванович. Леонид Ильич, куда едем? Отвяжись, не до того. Комедия. Никит Сергеевич, ну куда едем? Отстань. Семен Михайлович,
Семен Михайлович, кто благородней духом? Покоряться прощам и стрелам яростной судьбы? Или, ополчась на море смут, сразить их противоборством? Семен Михайлович, я тебя увольняю. Я хозяин. Я продюсер. One, two, three, four, five. Thank you. Hello. Hello, everybody. Everybody, hello. I'm going to show you everything. Гастроль. Авиньон. Эдинбург. Нью-Йорк. Лас-Вегас. А потом везде. Let's go. Strange is that the night I have a lonely you, Saint Jean and I might have a lonely you, you. Дорогие, на рыбалку приехали. Ну, а может, баньку истопить? Вот это хорошо. Ну, хорошо, это хорошо. Кто вы такие вот? Бабуля, знакомьтесь. Никита Сергеевич Хрущев, ага. Леонид ага. Ильич Брежнев. Так, так говоришь, речушка Василий ряда. Иванович Чапаев. Yes, ma'am. Ой, а это кто ж такие? На Иосиф Виссарионович похож. Так он и есть, баб-то. А говорили, они померзшие. Бабуля, мы снимаем кино. Ну ладно, пойдемте, кино. Пойдемте. Пошли, товарищи. А в наших местах он не бывал. Чемодан возьмите. Ой ты! Никита Сергеевич! Никита Сергеевич! Что такое? Could you help me? Проходите. Please. Could you... Ну что ты встал? Проходи. Проходи. Бабуля, я тебе дровишек поколю. О, спасибо. А Никита Сергеевич мне поможет. Ага, хорошо. Надоели вы мне. Отстаньте вы от меня все. Домой хочу. Бабуля, а где колодец? А вон, за домом. Давай. Иосиф Виссарионович, а речка у нас чистая, до сих пор раки водятся. А ранее говорили, и русалки водились. И куда все подевалось? Ничего, ничего. Здесь и без русалок хорошо. Ну, ну, располагайтесь, располагайтесь, а я пошла. Борис Сергеевич, проходите в дом. Копаю.
как хорошо в деревне. Ну, пошли. А вот и мы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, а это что? Сталин, что ли? В нем что-то есть. Подожди. Вы что, нецивилизованные кооператоры, что ли? Вы куда приехали? В тундру? Вы сами должны были на нас выйти и попросить разрешения. А вы с властями связались. Нехорошо. Это наша зона. Понятно? Бабки! Или он очень глупый. Или напугался. Да нет, косит. Ну ничего, мы ему мозгов прибавим. Ну так что, сам бабки отдашь или научить как? А я отослал по почте. Все точно. Запомни, 30% наши. Принесешь сам. И чтобы мы за тобой не бегали. Хорошая картошка. Местную или с собой привезли? А местная? Ну, ладно. Ну, тогда до свидания, Семен Михайлович. Запомни, вы кооператоры, а мы ваши дети. Мы родственники, понятно? Нам на ваши игры наплевать. Нам бабки нужны. Понял? Бабки. И лучше в долларах. Позвольте. Что здесь происходит? О, товарищ Сталин проснулся. А он ничего. Хочу с ним сфотографироваться. А почему нет? Мы же уже фотографировались, да? Товарищ Сталин. Да, Иосиф Виссарионович, помнишь, снимались. Телохранители из нас изображал. Козел старый. Щенок. Леша, ударь его! Борис Сергеевич, Борис Сергеевич, я вас прошу. Сидеть! Нержа. Кто я? Нержа. Но я тебя научу разговаривать, ублюдок старый. А ты бери камеру, будем фотографироваться. Ну что, Иосиф Исаевич, а? Сфотографируемся с молодым поколением? Мы ведь уже хорошие, да? Ваньку больше валять не будем, товарищ Сталин. Вставай, Иосиф Виссарионович. Голову ему держи. Вот так.
Потерпите. Потерпите сейчас. Снимай! Но! Китель! Ребята, я хочу его китель! Да хоть всего! Снимай! Так, а ну вон отсюда! Вот так. Давай. Боже, Никита Сергеевич с ведерком! Кто к нам пришел? Тук-тук. Кто в тереме живет? Я мышка-нарушка. Залезай к нам в терем. Залезай, залезай. Петр Петрович! Петр Петрович! Ребята, ну что же вы делаете? Снимай! Ну мы же договорились. Снимай! Сейчас. Моряга красивый сам собою, тебе от роду 20 лет. Ах ты! Не возьмешь! Голубчик, зачем? Борис Сергеевич, не нужно! Борис Сергеевич, стойте! Зачем? Стойте! Борис Сергеевич! Борис Сергеевич! Теперь ты! Ну? Ну? Давай! Куры балки, курики, а кто-то стырил, запои, а я не тырил, а я не врал. А я на шухере стоял. Братцы, а я ж вам пискарей на ушицы словил. Да клёв, конечно, дерьмо, но ничего. Ушицу сварганим классную. Со мной.